пассажир спрашивает, да и стоять, а ты из какого? Такой уже так и с подозрением. Из Жигулевска, я думаю. А, ну хоть мне разговор недорого обойдется. А хули, я написал кто, она не отвечает. Ну, боится. Школа. А кто тогда звонит пол третьего ночи? А один раз вообще, я ее в Новый город, она пьяная была, я ее в Новый город. Говорит, мне надо срочно в Новый город, бля, я ну подорвался, как дурак, ездил к ней, блин. Вот. Отвез ее в Новый город. Я говорю, нахуя тебе здесь это надо? Блин, у меня все хуево, да хорош снимать. Все хуево, блядь, все настопизилось. Я говорю, ты как? Хочу просто вот одна побродить по городу. Я говорю, что, ебнутый, что ли? Я сейчас увезу, трахну. А мне похуй, кто меня трахнет. Я говорю, заебись, давай я лучше тебя трахну, блядь.